Здравствуйте, четвероклассники! С вами Ольга Николаевна. Надеюсь, вы в хорошем настроении и готовы к работе. Начинаем математический диктант. Будьте внимательны. Найдите сумму чисел 375 и 259. Найдите сумму чисел 375 и 259. Уменьшаемое 970. Вычитаемое 107. Найдите разность. Уменьшаемое 970. Вычитаемое 107. Найдите разность. 390 уменьшите в 30 раз. 390 уменьшите в 30 раз. 112 увеличьте в 7 раз. 112 увеличьте в 7 раз. Первое слагаемое 587. Второе слагаемое 324. Найдите сумму. Первое слагаемое 587. Второе слагаемое 324. Найдите сумму. Найдите произведение 134 и 4. Найдите произведение 134 и 4. Насколько 750 больше, чем 234? Насколько 750 больше, чем 234? Найдите частное чисел 920 и 40. Найдите частное чисел 920 и 40. 493 увеличьте на 109. 493 увеличьте на 109. Насколько 120 меньше 600? Насколько 120 меньше 600? Давайте немножко отдохнем и проверим результаты. 634, 863, 13, 784, 911, 536, на 516, 23, 602, на 480. Продолжаем работу. Найдите неизвестный множитель, если произведение равно 707, а известный множитель 7. Найдите неизвестный множитель, если произведение равно 707, а известный множитель 7. Увеличьте 350 в 2 раза. Увеличьте 350 в 2 раза. Увеличьте 350 на 2 сотни.
Увеличьте 350 на 200. Делимое 900. Делитель 50. Найдите частное. Делимое 900. Делитель 50. Найдите частное. Во сколько раз 33 меньше 330? Во сколько раз 33 меньше 330? Найдите разность чисел 853 и 525. Найдите разность чисел 853 и 525. Найдите делимое, если частное равно 6, а делитель 70. Найдите делимое, если частное равно 6, а делитель 70. Уменьшите 840 в 40 раз. Уменьшите 840 в 40 раз. Насколько надо уменьшить 385, чтобы получить 32? Насколько надо уменьшить 385, чтобы получить 32? Увеличьте 9 в 15 раз. Увеличьте 9 в 15 раз. Это было последнее задание. Проверяем ответы. 101, 700, 550, 18, в 10 раз, 328, 420, 21, на 353, 135. Надеюсь, что вы все примеры выполнили правильно. Жду вас на своем канале с новыми заданиями.